Так, короче, мой обед вышел на 170 рублей. Уха, фасоль, печень, хлеб. Вот, 171 рубль. Вот. Светочка, у тебя на сколько вышел? На двоих 300. На двоих 300. У Светы, кто это у тебя? Куриная нога. Куриная нога, фасоль. У меня как обычно. У это Анечки. Фасоль, это уха. Подожди, это Димкина, да? Да. Это салат, яйцо и котлета. Это у вас уха, это уха. Это у меня фасоль. Это подожди, а у тебя с Аней на сколько? На 330. На 330. О. Леночка, у тебя на сколько вышел? 330 тоже как-то. 330? 340, так, вместе с Димой. Вместе с Димой. Ешь не хочу, а прям даром. Суп, нога. У Димки вот такая еда. Лена еще кисель. О боже мой. Ты посмотри, сколько рыбы там. Красная, так, семга. Так да. Так да. Спасибо. О, да ты мой золотой. Приятного аппетита. Вот, смотрите. Лена, какая потрясающая ука. Уха. Уха. Ука. Из петуха. Да. И, короче, все это вот рядом в нашей пешей доступности. Вон мой балкон. Вот. Вот, садись. Вот прям вот напротив наш дом. Кстати, не холодно? Нет. Тебе дует? Нет. У нас жара, а короче, мы кушаем. Все, приятного аппетита. Реально, потрясающий обед. Продавцы слышала, спрашивают, так что быть на море, все ли тепло? Да. Мы приезжаем в 6 утра в одежде и уезжаем уже ночью. Они, видишь, они местные, им холодно. Для них 18 градусов, 19. Для них холодно. Они уже куртки носят. А нам жара. Ну, еще нереально, они приезжают сразу же, когда холодно, и уезжают уже. Вот они делают этим соусом. Все, приятного аппетита. Все остались в столовой, кушают. Я, короче, поела. Иду замыть пятно. Ухи. Ухи себе налила на грудь. Сейчас Анютка за мной зайдет. А, нет, это не Анютка вышла. Вот, вот столовка-то через этот. Сейчас замою пятно. На пляж опять поели, как вкусно. Замечательно просто. Стоят, стоят. Дима, Лена, Света. Так, это другие люди. Так, Света, Лена и Дима пошли в сторону пляжа. Аня сюда идет. Аня в номер. Сейчас замою тут ту жопу. И пойду на пляж обратно. Постельное белье поменяли. Очень хорошо. Сейчас еще зайдем пиво возьмем. Давай, давай, заподнимайся. Я разложила вещи, пришла, поменяли постельное белье. Фу, не загружено, да? Так, конвертация выполнена. Давай будем грузить видосы, пойдем на пляж. Оставлю телефон в номере. Сейчас. Все чистенькое, все опрятненькое. Красота. Красота, красота. Что-то с интернетом, да? Что-то хуёвенько все. Я пакеты разложила. Достала это все из этого. Из пакета, из пляжа принесли. Пошли купаться дальше. Отдыхать, загорать. Пиво возьмем. Ну так. 41% загружен. Осталось 44 минуты. Блин, снять телефон, опять не узнает. Так, это соль насыпалась. Ты что, долго?
Нет, недолго, Аня. Блядь, ебаная конвертация опять. Как она, что я без интернета говоришь? Работает. Блядь. Сука. Вот всяко я костерю свой телефон. На самом деле все сконвертировалось. Все супер. Так, аудитория. Не для детей. Ну, какую-нибудь палочку. Она достала? Нет. Какой-нибудь вот палочкой бы. Пускай она достает. Хорошо, Аня? Садись, пожалуйста. Я пошла вот эту вот херню застираю. Фу. Ты все равно пока? Ты все равно пока здесь, на балконе? Да, 5 секунд. Все, 5 секунд я застираю и пойдем. Короче, все хорошо. Все хорошо. Идем дальше к морю. Вот это оставляю. Это оставляю на загрузке. Потом, когда буду на пляже, открою. К интернету подключусь. Видите, солдат спит, служба идет. Быть блогером — это круто. Блогер. Все, короче. Я застирала кофту. Вымылась сама. Приняла душ прямо в купальнике. Не снимаю. Аня, все. Я, да. Ты посмотри на меня. Где ты, где ты? Здесь будешь сидеть? Иду. Анька ничему не удивляется, что Анька такая же, как я. Кайфовая девчуля. Посмотри, посмотри. Давай возьмем карточку с собой. Мы куда пойдем? В магнит? Я не знаю. Ну, конечно, по ценам лучше в магнит. Пошли в магнит. Я тебе рассказывала, что Ленька купила 54 в магните. Что? Эсса. Ага. Ленку. В который я заходила, гастроном 24, ага. Рядом с тем, где мы кушали, где 1000 мелочей, 105 рублей стоит. Ну, есть себе, да? Ничего. А пройти пешеходный переход? Пройти пешеходный переход? Сырое все. Так, ты все взял? А мне нечего даже брать. Мы же там все оставили, да? Подожди, возьму крем. И ключи. Что я там закрыла? Приду и подскользнусь, да, упаду на мокром. Сука, блядь, перелом. Дай бог. Пойдем, Снеточка, возьмем пивка. Будем лежать на берегу, воз не дуть. В магнит пойдем рядом с домом или через дорогу? Ну, рядом с домом, то есть... А, ну, нет, по дороге, через дорогу. Через дорогу. Потому что, может, в другую сторону идем. Ага, ладно. Все. Опять меришь? 34, все понятно. Силы меня покидают. Я прям вымыла эту фигню. Я, ну а чё? Это чистенькая. Во-первых, тут застирала всё. Мыльце. Привет, малыш. Привет, дорогой. Чё говоришь? Не поняла? Классная? Спасибо, дорогой. Видишь? Вижу. Видишь? Вижу. Ма, подожди. Прохладненько, так хорошо. Вон твои подружки, которые тебе хотели духи втюхать. А так что? Их уже нет. Духи? Да. Ты уже купила их? Нет, их нет. А. Знаешь, люди говорят, мне интересно смотреть день сурка. Сами смотрят и пишут. Ну что, да, день сурка. Мне кажется, все бы хотели такой день сурка. Угу. Да? Угу. Ну так. Вот и пишут одно и то же. Ну ка чего вообще вкусно, видимо. Я вот последний комментарий. Человек, которого вообще никогда в жизни не видел. И писать гадости. И пишешь гадости. Ну это что надо в голове-то иметь? Вообще ничего. Ну вот так вот. Или очень сильно неудовлетворенные жизни. Так и это естественно. Естественно. Когда у всех все есть, то хорошо, он же никогда гадости не будет. Никогда.
Мы поели хорошо? Печень. Я ела печень, фасоль, уху. Ну что, тихонечко. Да-да-да. Вот. Здрасте. Вчера вот Анютка здесь духи брала. У нас здесь все в шаговой доступности. А может, это любовь? Это какая песня? Да-да-да. Как она называется? А если это любовь? Вот. А если это не может, да? А если это любовь? Ну, он, по-моему, не поет, а может. Там дальше. 14:59, что реально это часа? 14:59, я не знала, сколько времени. Там еще 2 часа загорали. Прохладно не будет. Но я иду. Едет в машине, в маске. Там один водитель у него. Все, дошли до магнита. Ух, люди улыбаются, узнают. Куда она, блядь, мелко побежала? Еле ее остановили люди. Ах. Если честно, я иду, скользю по тапкам. Собаки. Я напоролась, я не могу. Прям идти даже не могу. Я еле перекатываюсь. Ой, вот это кот какой красивый. Аня. Посмотри, какой кот. Я его видела. Хороший, да? Эй. Ой, ты посмотри, какой. Может, его на море с собой возьмем? Котик. Ой, ты такой красивый. Отлично, так мы будем знать, что ты здесь. Бери, говорит, конечно. Так, все. Разливного? Нет. Нет, я козла. Я козла. Понимаешь, у меня в жизни козлы. Буду пиво пить, козел. Ну, тут обыкновенные цены. Что-то магнит есть, магнит. Вообще, я заледенела прям в мокрой тужурке. Вот, ничего, блин, вот в эту штуку воткнулась, блин, ляжками своими. Где пиво? Хожу и запомнить не могу, где пиво. Колбаса. Так, вот смотри. Где-то вот здесь. Ну-ка, подожди. Подожди. Вот. Нет. Нет. Подожди. Она вот здесь лежала. Вот она. Вот. 449 стоила, 209. Вот это, которую мы кушали. Черкизово сальсичон. А мне кажется, там кушера не было. Вот такая вот. Да подожди. Вот посмотри. Наверное, вот такая вот. Вот такая вот. Вот. Да? Да. А, ну да. Ты на видео посмотришь? Вот такая вот. 209 вообще норм. За это 49 скидка. Хорошая, да, колбаска. Как тут холодно рядом с холодильниками, прям заледенело. Где пиво-то? На конфеты вырулила. Может, одну украсть, съесть. Мои любимые конфетки где? Такие крокеты. Дешманские конфеты тут я люблю. Думаю, блядь, урвать. Прикиньте, крокеты такие тоненькие, худенькие конфетки. Крокет. Поняли, да, про что говорю? Сиреневая упаковка. Я такие могу, как семечки их, прям рубать. Так, крокетов нет, прикиньте. Аня, ты где? Ну, козла? Я думала, ты... А ты себе? Это да. Тут есть козел? Темный. Не, на темный. Светлый есть. Где светлый? Ты видишь, опять для меня... Как открывается? Давай, Инн, сломай холодильник. Что за 50, что-то дешево. Прикинь. Только тут так.
А так а мы за 70 покупали? Ну, так минимум. Спасибо. Вот. Так смысл-то в чем? Магнит-то ведь. С 11 до 22. Ага. Два козлика. Если честно, я заледенела. А я хочу мороженого. Мороженого? Я, может, на жару выйду, тоже захочу мороженого, но сейчас не хочу. Не, я наелась, я не хочу. Даже не перехватишься. Стой. Ты что, в другую кассу? Нет, пока там. Ну. А тут у вас сковородка. Сковородку можно взять. Сникерс, шоколадный батончик, 60 грамм. Это 60 грамм. Что, Сникерс 39 рублей, это же дешево. Может взять? Или вот это вот? Нет, там это. Не знаю, короче. Какого Сникерса мне не надо, сейчас треснуть по швам. Сама как Сникерс, только что напоролась. Сегодня утром карту купила в магнит. Нет, пока нет. Нет, до этого было. Мне было, есть, у меня было время карты активировать или что? Солнышко. Вот оно, октябрьское солнце. Ослепнешь. Просто ослепнешь. Жидкие перчатки. Какие жидкие перчатки? Нам вот с тобой зачем? Ну, шоколадки очень вкусные. Давай возьми. Вдруг захочется сладенького. За 50 рублей чуть ли не взять. Одно, что туда в бусиках хожу. Ну, короче, крестик. Здесь резиночку на руке держу. Из душа только что вышла. Прям вот ты даже не вытерлась. Ага. Вот карточка. Я ее потом активирую. Ну, когда-нибудь. Смогу. Может, сейчас даже. Если это так пробили, то нам надо... Ага. Возьмите, пожалуйста. Короче, все, у меня пляж с Анюткой. Жарко настолько, что даже сохнуть не надо. Вышагнул из душа и вот идешь просто. Все, у меня уже она практически высоко. Надо тебе, Аня? Нет, она у меня есть, у меня же рядом. Надо было мою взять. Поставь, пожалуйста, меня девять, а я буду идти. Я арестую. Никого не арестовывали. Ну, мы ходили-то в мешочках.
Я вот так вот нагло, таким образом, наглым образом, вот так вот первый раз пойду. А почему это? Ну, я не знаю. Нажалуйтесь. Хейтеры, позаботьтесь. Срала я на вас трекучи. Я, наверное, даже отдельную статью расходов, как сказать, в своем бюджете выпишу. А что мне молодой, красивой, счастливой и богатой женщине? Я, пожалуй, вы это, не Женька Кривенко последовал. Ты, говорит, 10 000 закладывай, ну, для начала. А в бюджет, ну, для нищих, обездоленных, кто на тебя будет там вот жаловаться, всякие кляузы писать. Я думаю, да, Женька, хорошая идея, чтобы я продолжала дальше всех херами это. Ну, короче, ну, такое. Все. Мороженое. Короче, все, мы идем к пляжу. Мы идем снова к морю. К морю, к морю, к морю. Мы наконец-то зашли от солнышка, хотя нет, нифига мы не зашли. Я открыла бутылку пива. Это жаришка такая вообще. Ну как такое невозможно? 15 октября, жара 30 градусов. Сколько сегодня? Не знаю. Анютка, сколько сегодня градусов? Ну 20. 25, думаешь, есть? Мне кажется, больше, чем 25. Сколько сегодня градусов? Не знаю. Сколько сегодня градусов? Спросим. А вы знаете, сколько сегодня градусов? Не знаю, 20, 27, кажется, есть. Он сейчас рыбу будет. Какая рыба? А. Сейчас подожди. Я вообще даже дышу, я даже смотреть не могу. Здрасте. Пахнет как в аквариуме. Сколько стоит? 350? Четыре процедуры за 1000? Все одинаковые абсолютно, да? Ух, ё-моё. А кто-то говорит, что не гигиенично там. Не было никаких жалоб, да? Жареные семечки. А, подкрыто. Да, это просто табличка. Так, ну подумаем. О, я здесь до 22-го. Подождите. Сейчас приглядеться мне надо еще. Ладно, спасибо. Да, сядешь такой? Ножки такой. Оп, оп. Че, Анька, где? Ушла, бросила меня. Пойду посмотрю вот здесь. Вот. Здрасте. Ой, вот здесь совершенно пахнет по-другому. Здесь пахнет сладостями. Здесь пахнет прям такими вкусностями. А там пахнет этим аквариумом. Вы ее не теряете? Что вы там, скупаете все подряд? Ага. И, пожалуйста, смотрите, я... О, вот это вот. Невероятно вкусно. Может, не пиво пить, может, такое есть?
А я думаю, откуда специями несет? Вот они. Это аромат. Аромат, да, аромат. Я неправильно выразилась. Не обижайте нас. Аджика это. Может быть. Так, ну такие у нас есть в городе. Вот таких нету. Это пастила домашняя. Пастила? Разные. Она, кстати, идет без добавления сахара. Это что за камушки? Это не камушки, это кабастурма, это вяленое мясо. А. Можете сказать, какая? Вот это вот с фуджуки. А, да. Баранина, ага. Телятина и конина. А цены вот? Цены за палочку. Телятина 700. И крайние по бокам по 400 за палочку. Бастурма идет на вес. 1200 рублей за килограмм. Да это же недорого. Очень дорого. Это же недорого. Смотрите, палочка 400 рублей, к примеру. Да. Да это же ерунда. Как, ну как бы это... Так это вкусно же. Это очень вкусно. Я только что с обеда. Давайте. Не, ну вы же должны попробовать. Давайте. Давайте я вас вином угощу. Нет. Давай, давайте угостите меня вот такой вот. Суджуком. Или бастурмой. Давайте вот с этой начнем. Нет, она открыта? Все, давайте. Они все открыты. Это... Сколько такая стоит? Палочка 400 рублей. Да? Да. Это рубленое мясо вяленое. А это баранина? Это баранина. А прям чувствую. Это баранина. Но она цинусовая баранина. Давайте телятину туда попробовать. Я только что так наелась. Ничего страшного. Это не повредит, я думаю. Это мясо натуральное. Мне хоть бы есть. Это телятина? Это чего это вкусно? И венца давайте наберем сушенького. А пиво потом попьете. А где у вас вино? Здесь. Вы какое любите? Сухое, сладкое? Сухое. Сухое. Угу. Сухое. Красное, белое? Красное. Ну могу и белое. Вина натуральные у нас не сивушные, не на вкусные, не на шуфон. Ну все. 500 рублей, полтора литра. 500 рублей? 500. Натурального, хорошего, качественного вина. Вот если честно, вино, вот это вот на мой вкус. А вино, я бы не сказала, что на мой вкус. Мне кажется, немножко кислит. Ну, с кислинкой, потому что это сухое вино. Подождите, я же понимаю в сухих винах. Сухой. Но знаете, у меня вкус, я пью с утра. У меня вкус. Телефон выключить. А что? Я вас видела, я знаю, что вы здесь отдыхаете. Да. Это вы для себя снимаете. Да, да, да. Ароматная с чесноком. Нежная. А вот она сколько стоит, например? Цена за сколько идет? За 50 граммов, наверное, да? За ложку. За ложку. И черпак стоит черный. Это что? Аджика. А, это аджика. Вы сами делаете? Наша компания делает. Офигеть. Это корица? Это такая корица, да? Это палочка корица. Палочка корица. Пробуйте. Вот эти палочки. Ну что? Такая должна быть? Перед этим другая. Розмарин для баранины, имбирь для рыбных и мясных блюд.
Уцхосмали. Бразилия. Второй тоже пробовать. Кофе. Вы какую пробовали? Ой, подождите, подождите. Подождите, пожалуйста. Так, ребята, ребята, прошу прощения. Дайте, пожалуйста, заберу. Пять видов перца. А смотрите, допустим, вот мясо, вот если вот сейчас его взять на пляж, оно испортится? Нет? Не испортится? Еще раз скажите, первое, сколько стоит баранина? 400 рублей. Давай. Мне, пожалуйста, баранину. Все. Отлично просто. А сколько у нее срок годности? Она чем дольше вот так вот висит, тем лучше. О. Чем она на освещении. Вот, вот, я так примерно и думала. Вы видите, в каком она состоянии? Да. Я так примерно и думала, что чем больше висит, тем лучше. Это классно, она чем лучше становится. Пойдемте. Я занята, я жду. А вы не можете в мешочек положить, чтобы она не развязалась? Да. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста. Угу, благодарю. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Отлично просто. Отлично. Баранинки взяла. Прекрасно. Все. Ой, я думала, Таня стоит. Нет, спасибо большое. Господи, чью дорогу не перейдешь. Тут не так-то просто сладить. Конечно, мы уже были. Море еще спокойнее стало. Из-за того, что здесь большие камни, здесь очень мало детей. Ну так, относительно мало, конечно. Все. Последний вот так вот весь день. День весь день. Ходишь, побухиваешь, в море купаешься. Ну так, день сурка. Ага. Наша на месте. Наша на месте. Лежбище, да. Конечно, спишь, молодец, и правильно делаешь. Я в море пошла. А нет, я купила мясо. Баранину. Суджук. Очень вкусно. Они мне дали попробовать, я купила. Я в море.